Внутри стадиона, конечно же, мы давным-давно провели все полагаемые субботники. Мы, это ежегодно, традиционно, все ребятишки выходят, работники стадиона. Чистоту, порядок мы наводим. Но когда выходишь со стадиона и либо идешь сюда, все подходные пути оставляют желать лучшего, ну потому что народ совершенно не ценит тот вклад людей, кто убирает. И пропадает какое-то желание восхищаться там храмом, допустим, да, так скажем, храмом спорта, какими-то спортивными надеждами, когда идешь в такой среде грязной, загрязненной. Поэтому было принято решение организовать, несмотря ни на что, все прилегающие территории, сделать уборку и привлечь горожан, собственно, да, для того, чтобы мы могли в дальнейшем традиционно это сделать, чтобы обратить внимание на все вот эти вот моменты, которые окружают нас вокруг. И откликнулись люди, пришли, то есть спортсмены у нас будут садить деревья, пресса у нас здесь сегодня, мясские рабочие, смотрю, комитет по делам молодежи, военно-патриотический клуб АК-47, то есть как бы тоже у нас здесь ребята принимают участие. То есть все здорово, я думаю, получилось, но было бы лучше, чтобы жители близлежащих домов вышли в большом количестве, мы бы тогда навели такой порядок, как в Европе бы простригли всю траву, убрали бы лишние кустарники. Но, к сожалению, отзывчивых людей достаточно мало. Но начало положено, это хорошо.